трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Министерство транспорта предлагает ужесточить процедуру технического осмотра автомобилей. Во-первых, речь идет о том, чтобы проверялись все световые приборы. Также меняется требование к работоспособности дворников и форсунок омывателя. Они должны быть полностью исправны. Сейчас допускается функционирование только одного стеклоочистителя и форсунки. Наконец, не пройдет ТО-машина, на панели приборов которой горит индикатор неисправности. Например, проверь двигатель. Трасса 101. Минтранс разработал пятилетнюю программу развития газомоторного транспорта. Число машин, работающих на голубом топливе, к 2022 году должно увеличиться в 3 раза. Для таких авто предлагается снизить транспортный налог, стоимость проезда по платным дорогам, оплату парковки и так далее. Бюджет проекта ни много ни мало почти 800 миллиардов рублей. Трасса 101. Страховщики составили список российских городов, где чаще всего угоняют автомобили. Как ни странно, но на первом месте оказалась не столица, а Смоленск с его 300-тысячным населением. Менее активно ведут себя угонщики в Санкт-Петербурге и Кургане. Они на втором и третьем местах соответственно. Далее следуют Кемерово, Ставрополь, Москва, Ярославль, Новосибирск, Оренбург и Красноярск. В Вологодской области обнаружили еще одну взбесившуюся камеру фото-видеофиксации нарушений ПДД. Едущим со скоростью 60 км в час автомобилем она накидывала еще 20-30 км в час. Письма счастья приходили водителям пачками, причем многие из них штрафы исправно оплачивали. В ходе проверки выяснилось, что камера была установлена не под тем углом и поэтому замеряла скорость некорректно. Сейчас постановления отменяются. Трасса 101. Росавтодор рассчитывает в 2 раза увеличить износостойкость автотрасс. По словам руководителя ведомства Романа Старовойта, работа в этом направлении идет полным ходом. Ежегодно в сфере дорожного строительства внедряется 200 с лишним инноваций, перенимается мировой опыт, применяются новые материалы. Это все, конечно, хорошо, но вопрос стоит уже много лет. Где же все-таки дороги? На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.